Ну, ни я, ни кто угодно другой из числа разумных, цивилизованных, ответственных граждан не против гей-сообщества как такового. Да, это отношение к ним должно быть абсолютно терпимым, и никаких здесь проявлений гомофобии, тем более в агрессивных формах, быть тоже не должно. Но я против сейчас особенно, в ближайшее время, даже в ближайшие годы, против шагов откровенно провоцирующих. Вот зачем в накаленной ныне обстановке проводить гей-парады в столице, провоцируя все фобии и все страхи, и все то недовольство, которое стихийно в обществе бродит. Да, это может быть какие-то не очень цивилизованные настроения, да, это может быть какие-то реакционные даже движения, но пока вот обстановка в обществе такова, какая она есть, давайте считаться с реальностью, давайте не будем провоцировать, давайте не будем устраивать побоища на этой почве, на городских улицах. Ничего хорошего это не принесет ни самому гей-сообществу, ни тем более городу Москве. Воздержимся от парадов, это мой настойчивый призыв.